Здравствуйте, друзья, здравствуйте, ребята и девчата, с вами Феликс. И сегодня меня попросили помочь в одном деле, а именно помочь продать товар, который находится на складах Амазона. Ну, поскольку многие заинтересованы в этом, в том, чтобы иметь свои товары, свой товар именно на Амазоне, я посчитал, что, возможно, это кого-нибудь из вас и заинтересует. Товар представляет из себя вот такой вот массажер для мышц, который довольно-таки прилично выполнен и завезен на склады. Дело в том, что человек, который сделал все это, имеет также и бизнес на земле, и его просто физически не хватает для активного продвижения данного продукта. И тем не менее, на данный момент у него рейтинг у этого товара, мы видим, 660 с лишним тысяч. Есть продажи, не скажу, что большие, но они есть. И учитывая то, что действительно практически некогда заниматься этим товаром, довольно приличный рейтинг 4,7. Есть пространные отзывы о данном продукте. Есть и видеоотзыв о нем. Ну, товар стоит вашего внимания. Скажу, что в данной категории, именно по данному запросу, массажер для мышц, всего на Амазоне 1700 предложений. Это по меркам Амазона очень маленькое количество по данному запросу. Именно таких массажеров можно считать, что немного. А если еще посмотреть на то, что они в принципе разные, вот мы видим, да, по своему дизайну, по своему функционалу тоже, естественно, то не так уж и много данного предложения. К товару сделан классный сайт, очень красивый и аккуратный, с переходом на Amazon, как и надо, цена указана, красивый сайт, который прошел проверку от Amazon. Скажу, что вот отзывы покупателей на сайте. Данный сайт полностью соответствует меркам для регистрации бренда. И хозяин данного продукта подал заявку. В ней только был один недостаток. Это нужно сделать коробку. Картонную коробку. Остальное все подходит под стандарты регистрации бренда. Макет коробки уже изготовлен, остается только выпуск данной коробки и регистрация бренда. К данному продукту есть все социальные сети необходимые. Вот страница на Фейсбуке, вот страница, аккаунт в Твиттере, вот аккаунт в Инстаграме, подписчиков почти 5000. То есть проделана действительно немалая работа. Проделана немалая работа. Ну, как вы понимаете, аккаунт, здоровье аккаунта на высоте, потому что продукт продавался только через Amazon. И все здесь в полном порядке. Если даже вы не заинтересованы именно в продвижении спорттоваров, не в этой категории хотите работать, все равно это отличное подспорье
Вот просто зарегистрировать этот бренд, доделать уже эту коробку, отправить на утверждение, и у вас будет уже свой бренд. И под этим брендом можно будет продолжить работу в том направлении, в тех категориях, которые вам больше по душе. Если категория спорт, еще раз повторю, вас не устраивает. Мое мнение, что данное предложение стоит внимания, еще раз скажу. И ссылка на контакты с владельцем продукта будет под этим роликом. Связывайтесь с ним напрямую, мне об этом ничего не пишите, потому что я тут, ну, грубо говоря, ни при чем, ничего не определяю. Переговоритесь, условьтесь, если вас это заинтересует, Бог в помощь. А на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.